А, есть чуваки, я думал, с нами вообще никто не упал. Блин, пока назад смотрел, приземлился вообще, как хер понимаю. Не совсем я понял твое недовольство по поводу того, что катки меньше 5 минут игры не в счет. Это же наоборот хорошо. У вас больше попыток будет. Если не хочешь, то... Так какое недовольство, Фрикталыч? 5 попыток у вас. Что ты сделал, что у меня какое-то недовольство есть? Я же рофлю, ты чё? Ты тут давай не начинай, так, то сейчас вообще не буду твои челленджи делать, стрим-снайпер. Направляй. Они там на казармы все куда-то падали. У меня УЗИ. Херово. Казармы, завод, по-моему, коннектор какой-то. Как-то рассосались. Трикс выкинул тут, кстати, на выходе. ДП лежит, надо? Да. Чтобы рюкзак не помешал, потому что мне нихера не лезет вообще. Так вот второй лежит. В перемычке. Да. Ну прямо. А, вот. Все вижу. Проходит. Так, а что ты 3x говоришь? Да, я там на входе выкинул. Нихрена себе они, конечно, могут. Угу. Умеют, практикуют, я бы сказал. Ну, БРДМ. Надеюсь, они вообще вызвали, они просто. Я УЗИК возьму. Берите, пожалуйста. Не, у меня аж есть УЗИК. Нужен какой-то милишный прицел. Это СКС-ка, кстати, есть. Передо мной. 350. Нажрал его сразу. Там хлебом попахивало. Режем. Ну, таким. Еще один хлеб. С хитом. Тройку. Скидывает лут, падла. Вижу. За забором дальним. Хедшот. Уже близко. Что творит? Что творит с этой ВСС, а? Грандмастер просто. Так, у меня минник, все нормально. Тосты! Дима, привет. Просто поддержать. Саня, привет. Ты поскидывал, что ли? О, я берил нашел, кстати. Блин, а я с минника стрелял. Я забыл, блин. Что мне нельзя, типа, если у меня одна пуха есть. Так, а что ты с минника сделал? Ну, я, по идее, никого и не убил с него даже. Ты же ДП добивал. Да. Нормально. Выбросил, где короче. Человек? Выбросил все тут ненужное. Миник тут, кстати, патроны выкинул тоже. Че возьму? Там миник, кстати, я, по-моему, вилмак не снял с него. И глушак на нем. У меня тоже есть. Блин, хотя. Этого чела тут полутал? Да, немножко. Я думаю, еще должен каски быть. Каски две вторых. А у меня фул, нормально. Ну что, мне СР-ку надо найти теперь. Ну я по крышам бегаю тут. И цевьё надо. Либо ничего не лутнуло, либо они двери за собой закрывали. По-моему, второе. Сейчас бы в казарму двери закрывать. Тебе пятерки нужны? Ну да. Ну, ты шел, ну. Ух, ты броник.
Одна милт уехать. Ну, типа, надаль мало эффективен сейчас. Прям вообще срочно. Потому что в этой сосновке на этот раз херовался. Чачка нужна тебе? Не-не-не, у меня миник. Слышал, тачка приехала? Да-да-да-да. Тут лут она, они все ушли на завод. Смена началась. Ну, мне кажется, они в казармы ушли. С коннектором. КЗ. Ну, он тут припарковался. Связь. Я сберил МКПН, да, не особо. Блин, он просаженный. Ой. СКС. Они на связи, походу. Угу. Внутри ходят. А, точно, гранаты, блин. Тоже это нельзя. А молик это не граната вообще, как бы. Ахахаха. Нихуя себе, как мы заговорили. Первое, тут я не снайпер. Стрим снайпер и сусад. Второе, это тебе по большей части нужны челленджи. Так что ты давай тут это. Этих. Ну ты понял. Не бузи, Дмитрий. Третий броник лежит. У меня есть, есть, нормально. Ты же внутри кто-то топал, да? Дал этому хлебало. Внутри ход топали, да. Бегут ко мне. Зашел внутрь. Один. Свет? Нок один. В тачках. Хлеб. Где он там? Капец, гребаный дверь. Смотри, куда ползет. Все ползут, смотри, как будто. Как будто на своего. Пойдем, пойдем, пойдем просто к ним. Один не дошел. СССРочку дайте. Восьмерка тут в челике. Че, молик-то можно? Ну, я не знаю, нет, наверное, по идее. Смоки нельзя, да? Ну да, гранаты вообще нельзя такое. Ладно. Ограничения. Ограничения. Ограничения, дайте СССРку нахрен. Чего нету-то, как обычно, как грязи этих СССРок, блин. Все с ДМРками. Ну, тачку зато привезли. Надо на мил-то быстрее ехать, Дим. Кстати, цевья ни у кого не было. Я же без цевья. Ой, да. Ну, лайт был. Лайт, да, да. А, да, лайт был, точно. А, третий броник-то поменял уже, наверное, да? Нет, спасибо, что напомнил. Но у меня почти фуловый, кстати, в маршрутизе. Да, у меня тоже почти фуловый. Там так его черканули только. И мне черканули. А я на баги, поэтому баги есть. Ну давай. Ты восьмерка там взял, да, в телеке? Да, да, да. Фрактал еще. Спасибо, Знатик, спасибо. Ну вот это надо еще доказать, что ты не стрим-снайпер. Спасибо, Знатик, спасибо. Тоже, но я знаю, где может быть коряк, кстати. Заворачивай направо. Не бузи, говорит. Где? Ну вот в этой херне. Частенько тут всякие бонусы после сосновки. Ну, может быть.
Серега Лус. Дима, привет, просто поддержать. Саня, привет. Спасибо, Серега, спасибо. Или Серега Лис, наверное, правильно. Не знаю. Извиняюсь, что... Спасибо, спасибо, Серега. А, ну тут лутано. Саня, тебе от, от Сереги привет. Сереги, здрасте. Так он тебе тоже привет передавал. Я неблагодарный. Тебе тоже привет передавал. Серега Лус, да? Или Лис? Лус, Лус. А, Лис. Возможно, Лис, кстати. Угу, ну тоже привет. Ага, мне минус голова, минус глаза, все нормально. Ребят, топчики были. Завтра с утра крутой видосик с крутым топчиком, так что ваша активность опять на видосике нужна. Там лайки, комментарии, все дела. Не забывайте. Это очень важно. Ну поехали, я думаю, Мил, ты еще... Валится, давай, давай. Типа все дальние дистанции на тебе, я сберил. Что-то едет. Ты меня, наверное, слышал? Да нет, как тут УАЗик. Ну чё, к шелтеру, наверное, тогда. Тогда любят быстро приезжать. Чё, проверим, чё тут, может, смитли постреляют на меня. Блин, пакетлосы задрали, на. Ло, русский сервер, раздуплись. Слева стрельба была. Коряк, да. Справа еще кто стреляет. С горы. У него был коряк или нет? Не знаю. Все, посмотрю. Нет, мини. Ну, коряк у этих в кемпе, которые подстреляются. Можем на холм? Забери меня на местечко. Да-да. Закоряки. Блин, а у него цевья не было, я забыл посмотреть. Было. Лайт. А, тоже лайт. Ну, да, нах. Дал хит еще. В окне, в окне, в окне. Два хита в окне. Блин, еще другие. Можем за дропом съездить, слушай, он в упоре падает. Может там АВМ. Эзэ. Что ж так не везет на эту СР-ку сраную, когда она так нужна? А, в кемпе воюет, смотри. На ферме? Да, вроде он видел кого-то. Может, показал. Вот блин, ты первый, кто этот ник. Боже решил мой. Перевести по другой тачку стороне, так как я с Украины. И ник задумывался, как Серега Лис, просто у нас разные провозглашения. Да, СПС, что решали прочитать, как я хотел. Спасибо, Серега, спасибо. Очень приятно, спасибо, братик. Спасибо.
Лол. АВМ? Угу. Ну что, поехали этих тогда гнобить. Или этих вон впереди. Ну что, этих, наверное, передних закрыть вначале. Блин, тут без тачки такое себе. Вон. У меня багозун в этом кемпе в левом еще стоит мой. Ой-ой-ой, нам 2 минуты на все. Нормально. Тачки есть же нормально. Это в папиче, наверное, было, да? Да. Нет, лево тюрьмы. На балконе дают чуваку. Не знаю, только пушить этих получается. Они сами пушат, они сами пушат тюрьму. Понял. Нок на ладно. Хит дал второму, за стогом он. Как? Не попал. Нокнул. Третий бежит. Он там в смоках где-то. Ты его убил или нет? Справа от меня тут в упоре, который с КС-кой был. Я его убил. Добил его. Блин, тот в смоках где-то. Он резать будет сейчас, чел. В смоках прям? Он уже в дом, наверное, заползли. Он под домом был даже. Да, ну за... пойдем, наверное, тогда хрен с ними. 30 секунд. У нас есть тачки, я бы закрыл их на самом деле. Да, но до тачки еще бежать. Ну так ты бежим? Не сильная же зона. Да, отсюда хотя бы. Просто знаю я таких, блин, они еще... Ну, они типа до талого будут тоже сидеть, да. Дал хит лево. Блин, он забежал за сортир. За сортир? Угу. Ну, за ближним домом, за пристройкой. Я понял. Ты... Во, дал хит ему. Ну, давайте, ребята. Я бущусь пока. Слева. Не бегут или что? Оу. Ну, он за тачкой. Это следующая жрать, кстати, будет. Ну, следующая будет жрать, нет, еще. А, он в дом зашел. Ну и нахрен. Пипец. Я пошел тачку. Ой, это откуда? Заправки откуда? Ну, 20 тел осталось. Что-то эти сквады какие-то вообще, они все за зоной сидят. Душим. Я тогда на баги поеду, наверное. Ты каску вторую скидывал колдропа? Ну да, да. Ну, но имеется в виду целую. Ну, да, вроде целая она у меня была. Я ее возьму. Сюда подъехать, не? Хотя нет, там уже стоят. Там, мне кажется, надо куда-то прямо в центр. С краю там везде они будут. Они тупо стеньки идут. Надо аптеку только сожрать. Как зомби, блин. У меня бен скончился, бен скончился. Аптеку же. Чилы, только поехали. Один был? Ну, другие, наверное, уже там. Я дачу беру тогда. Бери. Хилюсь тоже. Ладно, аптеку завезу. Это ты ползаешь? Лол. Еще чел ползал? Он нокнутый был. Да блин, мы не успеваем набить эти киллы. С складами тупыми. Я думал, ты ползаешь, хилишься, а это чувак на балкончике. Че, куда нас за... На шелтеры, блин, стрелял.
прям шилдеры. На этот МБ. В молочке есть челы. На... Как он? На ангар, короче. Ну, я понял. Там по-любому должно быть. Не вижу пока. Возможно, тут никого и нету. Ну тогда вообще супер. А чтобы они друг друга не били нигде, ниоткуда. Одна лежат. Голова фул, вторая лежит. Стрюкачи идут. Чё-то ей... Бабочки встали. О, вертикалочка на бирильчик. Иди сюда, ты этот лайт сраный скинуть нахрен. Чё? 12 патронов осталось. На войне. Ну нормально. Да, на бабочках прыгает. Ауч! Куда-то с стримприза на меня вообще влетело. С Гарри. Или... У тебя нормальный аптек? Да, 5. Угу. Ну сейчас не знаю, тут такая сейчас зона, со следующей только надо закрывать. Сейчас никто еще никуда не идет. Все в будке сидят. Вижу чела на 105 дерева. Там мотак, камень такой лежит, вот там чел, короче, был. В лагашку спустился. О-о-о-о. Ну я в сейве здесь, нормально. Окей, там каска случайно не было нигде? Была, была, была. Хорошо, блин, высунулся чуть-чуть пикселем, наверное. Когда смотрел на это 105. Там, короче, как заходишь налево, под лесами строительными. Угу, каска это, лежит. У тебя сколько бустов? 4-2. Вон, видишь смог на краю зоны на 105? Вот там чел, короче. Вижу. Ой, нам надо молочку закрывать. Каким-то образом. Сейчас иду к тебе. На 105 чувака видел, они там это... Кого-то отпушивают. То есть дефиц. Только как их тут закрыть бы еще, блин? Да идите вы нахрен! Скрыт куда-то. С НВ прилетел. У тебя сколько киллов сейчас? 8. У меня 4. Ну типа это на всех надо убить. Я уже не выполнил. Что там с молочкой-то? Да не знаю, что-то тишина. Не торопятся тупо. На тачках поеду. Привет. Смотрю тебя очень давно. Очень нравятся твои видео. Давай топчик, плиз. Привет, Масяня, привет. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас попробуем. Попробуем. Спасибо, Масянь. Спасибо. Да, мы такие поехали. Они могут в нас крашиться, на самом деле, потому что больше некуда. Опять не, ну... Мимо поехали. Сидели у нас. Угу. И опять каска слетела. Чел бежит фришный на 15. Там сквад бежит, двое минимум. Нок на ладо. Бил. Кто-то подошел ко мне. Нет, это ты топаешь сам. Ну всех по идее давит, и бабки, и нас, и спину нашу давит тоже, челов этих.
Эти в заборах сидят. Но они выходить будут. Я не понял, мы куда им 24? Там же М24, меня нокал. Пошли. Нам нужно... Че, блочной только фул? Давай тоже. Не знаю, где они там, чего они, у меня второго икса нет. На спрыг. Но я пошел. У них СЛР-ка. Ну, СР-ка. Блин, ДМР-ка, ёб твою жену. Они же вышли за камнем. Угу, видел. Он передо мной. Мне голову дали. Забей, у нас тут фулл сквад. Мне голову дали, когда я отходить начал. Я понял. И типа нас контестят слева, и мы выходим без смоков на типов. Да со всех сторон туда. А эти дурочки лежат, вообще ничего, даже ни по кому не стреляют. Тупо АФК гейминг какой-то. Не, они там стоят, у них ЛГ. У них ЛГ там. Ну типа они могли бы хотя бы стрелять, а они ничего не делают вообще. Ой, Санька, откуда я вылез нахрен просто? Ты что там, не дышал, что ли? Капец просто. Это вообще жесть какая-то нахрен. Блин, тебя не взорвали, сквад тебя не херачил, это хорошо. Я на этой тачке просто вылетел с нее нахрен, как пуля какая-то. Нормально. Ребятушки, я думаю, эта каточка достойна вашего лайка. Жесть нахрен. Фу, нахрен, все колбасит.